еще один момент. Вот эту фотографию, да, об чем? Дело в том, что абрикосы любят еще резать и учат резать, чтобы они были гуще. У них наши края даже это самое, также они себя чувствуют не только в Сибири, но в средней полосе России. Пусть там реже в России. И вот он нам написал следующее. Да, Москва, ну, это самое, имеется в виду полоса вот эта, не черноземье, ну, сами понимаете, та самая глубинка. Вот, Москву назвал, еще несколько городов. Да, действительно, у нас раз там дюжину лет случаются 40-градусные морозы. И в это время смерть идет косой, уничтожая все подряд, и нам приходится это. Что нам делать надо? Ничего! Мы должны успеть за этот промежуток между двумя 40-градусными зимами вырастить деревья, получить несколько урожая, потом они замерзнут, потом снова вырастить. Вот. Ну, а о том, что можно сделать, чтобы они выдерживали 40 градусов, в этом речи не было. Но всегда, когда сталкиваешься с конкретными случаями, получается следующее. Вот прошел 40-градусный мороз, и вот где-то под Москвой вот такое дерево, если бы оно было там, так, его бы обязательно научили бы обрезать. Капитально. Допустим, каждую из этих веток на две трети. Почему? Караул, дерево жиденькое, дерево это самое потеряло много плодовых веточек. Когда мы сильно обрежем, вот тут вот, где-то вот, где я показываю курсор, вот тут, остатки, огрызки, дружно за... А я, по-моему, такое дерево показывал, свое даже. Но это ладно. В общем, дружно дадут сходы. И вот у человека дилемма. Смотрите, у него вот это самое... Оно пережило страшный 40-градусный мороз, и все равно на ветках продолжение дает прекрасный урожай. А здесь все голо. И вот это голо, оно настолько ненавидимо вот этими садистами. Вот. Они поэтому и придумали, что дерево нужно вернуть первоначальный вид. С помощью обрезки вернуть, оно станет гуще, появится много новых почек. А я говорю, ребята, вы про свой же 40-градусный мороз забыли, оставьте его в покое. Единственный недостаток этого дерева, оно выглядит очень уж непритязательно. Но на нем абрикосы висят, про это все время забывают. А после этого, когда его обкорнать, оно просто-напросто погибнет и все. Вот. И забывают о том, что эта технология принятая даже не на Украине. Германия, Польша переехала к нам и научили убивать деревья. И второе, когда вы видите вот такие ветки пустые, да, и у меня это часть таких... Вот. Они живые деревья, они продолжают плодоносить. Вот. Я вам еще потом покажу такие фотографии. Но главное, что никогда абрикоса ни одного на планете колновидного не было, нет и не будет. Все, кто вам их продает, это мошенники. У них нет ни одного дерева, даже такого. Потому что, видите, все голо. Я бы мог вот эту ветку сфотографировать. Вот эту, да? Я бы мог ее выпрямить. Помните, я в прошлый раз учил вас? Как обманывать это. Я говорю, у меня есть один недостаток, страшный недостаток, из-за чего я это самое не могу считать себя обеспеченным. Совесть, вот недостаток, она или есть, или нет. И вот эту ветку можно было бы назвать колонной. Но уже в следующем, внимание, в следующем году она будет пустой. Уже в следующем году. Почему? Вот эти плодовые образования, год-два, все. Это, извините, у нас маугли быстро это самое теряют возможность.